Редкорез. Вот пусковая кнопка перестала включаться. Сначала думал, магнит сдох. Магнит оказался вроде бы как целым. Звонится местами. И прижимаю, он пытается зажать эту кнопочку. Короче, ослабил я пружину. Теперь он попроще будет. Пружинка назад отдавать, тогда он держит. Какой-то глюк именно электромагнита. Возможно, потерял какую-то супли медную. Провод где-то окисленный внутри. Хотя так, это только разбирать надо обмотку, смотреть и знать обмотку. Сколько она должна быть сопротивления, здесь ничего нифига не указано, это просто. А такая доработка работает.